Привет вам! Для начала большое спасибо всем, с кем общаюсь в ВК и кто помогает в плане информации. Напоминаю, что любой представитель гильдии может озвучить свою точку зрения. Также не стоит забывать, что через 1,5 недели будет новый ивент, шанс подняться будет у каждого. Что ж, у нас за плечами много событий. Давайте детально взглянем на произошедшее на прошлой неделе. В позапрошлую осаду Альтера нейтралами была организована преступная вылазка на крепость к Муричу, что не могло остаться без последствий. За атаку в стенку повстанцев все пришедшие нейтралы получили кос от ревивалов, хейтми и повстанцев. Недолго думая, после осады был собран союз анти-ПК из гильдии Elysium, Улиточки, Immortal и Таргария. Ну а повстанцы были объявлены, в скобочках, этим союзом, ПК гильдии, и все остальные нейтралы были призваны помочь против них на осаде Колфорта. Я добавляю этот союз в наш великий Биг Вар. Важно, для тех, кто не понимает. Биг Вар – это большой вар, в первую очередь. Теперь они часть этого вара, именно по этой причине, и добавляю, они из-за коса повстанцев и ко. Осада, в свою очередь, прошла по сценарию вилок, так как за счет большого нейтрального зерга основные силы осадного альянса ПК оставались на крепости Фурия, которую удалось удержать. Так как пробить крепость не удалось, союз анти-ПК объявил войну другим нейтралам, которые отказались приходить им на помощь. Первой жертвой стали Ги Алайвы. Недолго думая, они присоединились к противоположной стороне нейтралов, которые уже находились в состоянии войны с Аликом. Так, у нас появился новый мегазамес из гильдии Life, Fear Factory, Stiflers, Victoria против Immortal, Targaryen, Улиточки и Elysium. Продлился он в таком составе, к слову, недолго, так как буквально на днях почти вся гильдия Life капитулировала в основные силы ПК, Ака вступили в Ешки. Но остальные гильдии этой части вара чувствуют себя довольно неплохо. Ну, и кто знает, может, после этой осады у них прибавится союзников? В итоге, что мы имеем? Супербольшой вар, который имеет все шансы разрастись и затронуть каждую гильдию на сервере. Динамичные осады Колфорта с такими замесами, что 5 кадров в секунду покажется вам сказкой. Укомплектованную под завязку гильдию экстримов и ешек. Ух, держитесь, нейтралы. Что ж, спасибо всем за просмотр и лайк, если такого имеется. До скорых встреч!